вечером мы будем медитировать сегодня днем. Пожалуйста, займите удобную позу. Убедитесь, что ваша спина ровная, ваш позвоночник ровно расположен. Oh, sorry, Susanna, please put the lights back on. Включи, Сюзанна, свет, пожалуйста. Make sure your spine is very straight. Убедитесь, что ваша спина ровна, позвоночника. Сделайте глубокие выдохи, вдох. Мягко выдохните. Bring to mind someone. Ставьте себе кого-то, кто для вас является учителем. Это может быть ваш сердечный лама, или если у вас нету, там кто-то, кем вы восхищаетесь по-настоящему. Подумайте о том, что вы искренне уважаете, чем искренне восхищаетесь в этом человеке. Поблагодарите им за это качество, которое у них есть, у него или у нее, что они делятся с вами. Поблагодарите их за это качество. Делайте подношение ему, ей, что-то красивое. Это может быть дары, которые Саманта Бадра раскрывает. Это небо, которое можно дать как подарок Будде. Но многие учителя, они предпочитают что-то намного проще. Красивый закат. Красивое цветущее дерево. Или дикий цветок. Или дар, подарок. Что-то хорошее, что вы сделали. Подумайте о том, что вы сделали за последние 24 часа. Может быть, за последнюю неделю. Что-то, чем вы не гордитесь. Confess. Признайтесь в этом вашему учителю. И учитель очень добрый. Они слышат вас, он или она, и они прощают вас. Вы чувствуете такое большое облегчение. Подумайте о чем-то прекрасном, что вы сделали за последние 24 часа, за последнюю неделю. It can be something very small. Может быть, что-то очень маленькое, незначимое. Может быть, прекрасно великое. Сделайте подношение этого учителю. И он или она очень счастлива. Учитель — это очень важен в вашей жизни. Попросите, умоляйте, чтобы учитель продолжал учить вас, нас, любыми способами, которые возможны, традиционными или, может быть, даже такими сложными путями, которые бросают нам вызов. Присутствие учителя в нашей жизни, оно очень важно. Умоляйте, просите их остаться в вашей жизни. Его или учитель может уйти в любой момент. Если вы не будете просить остаться, его или ее, они могут не остаться, он или она.
Вчера мы учились и практиковали. И мы выучили очень глубокий процесс очищения. И практиковали его. Мы учились, как глубоко очищать нашу суть от всех возможных нечистых состояний, которые в нас есть. Мы готовим себя к следующим шагам в нашей практике. Мы становимся чище, более способными помогать другим живым существам. Мы будем продолжать этот процесс в течение этого ретрита. Вчера также нас пригласили стать мастерами в одной из сфер дармы. Каждый, который слышит эту медитацию, приглашен, является приглашенным. Нет никого здесь, кто может сказать: «О, не я». Если вы это слышали послание, вы приглашены стать мастером дармы. Нам дали такой подарок выбрать сферу дармы для себя, чтобы сконцентрироваться на этой сфере, на этом направлении. Нам предложили 5 прекрасных выборов. Выбор из 5. И нас попросили решить, сделать выбор, который основывается на глубокой любви этой сферы, этого, или глубокой нелюбови, неприятию этой сферы. Каждый из нас должен выбрать. Я приглашаю вас воспользоваться этой неделей, медитировать каждый день о вашем выборе. Какой из 5 направлений вы выберете? И мы начнем сегодня. Я приглашу вас, если вы захотите, это один из вариантов, как мы будем показывать фотографии, рисунки 5 разных сфер, кратко открывать ваши глаза, смотреть на эту фотографию, и вы можете выбрать один из вариантов. Первый выбор. Это сфера классики. И мы увидим здесь сейчас слайд. Дом классики. И это сфера глубокого изучения текстов, знания пустоты и мудрости, которую мы все должны изучать, чтобы изучать дарму, чтобы понимать дарму. Подумайте сейчас об этой сфере, дом классики.
Вы инвестировали некое время, размышляя о том, что бы это значило для вас стать мастером в классике, в древних текстах и делиться этим знанием, этим мастерством с вашими учениками. И следующий дом – дом Самадхи. Самадхи – это слово на санскрите, означающее глубокую медитацию, сбалансированное состояние. Нас учат, что единственный способ увидеть пустоту напрямую – это в глубоком состоянии медитативном. Поэтому дом самадхи очень важен. Это способ продвижения дхармы. И мы сейчас проведем некое время, размышляя о доме самадхи и размышляя. Может быть, это ваш дом, и вы готовы стать мастером самадхи и преподавать эту мудрость, это мастерство максимальному количеству людей.
Вы провели пару минут, размышляя о том, что самадхи, медитация, значит для вас. Следующий дом на выбор – это горный дом, можно так сказать, дом гор. И вы можете посмотреть на слайд, как он выглядит. Здесь в Алмазной горе ретрит очень важен. И мы глубоко практикуем ретриты несколько раз в год. Что значит ретрит для вас? И это может быть ваш выбор развития мастерства, чтобы привнести, передать дарму глубже в мире. Может быть, это ваш фокус внимания. Четвертый дом на выбор – это дом лестницы. Вы можете посмотреть на слайд, если хотите. Есть очень красивое слово на санскрите. Юджа – корень. Это значит присоединяться. И отсюда мы слово походит слово йога. И йогу, слово йога можно перевести как соединять все вместе, целостно, делать все целостным. Поэтому дом лестницы – это приглашение привнести йогу в ежедневной жизни, в наши миры. В доме лестницы мы посвящаем время через ламрим,
передать дарму в ежедневную жизнь. Может быть, это ваш дом. Давайте проведем некое время, думая об этом. И пятый дом на выбор – это алмазный дом, дом алмаза. Если вы очень быстро движущийся человек, вы можете выбрать, возможно, пятый дом, дом алмаза. Алмазный путь – самый быстрый, самый сложный. Продвижение по дарме и продвижение дармы в мире. Диамантовый путь ускорит ваш прогресс, ваше развитие, даст вам глубокие испытания. Когда вы будете продвигаться, но это вот этот путь выдавать вам радости, и этот путь не для каждого. Давайте проведем некое время, размышляя, что этот дом значит для вас, и может ли это быть вашим выбором.
Это наш выбор из пяти видов мастерства. И помните, пожалуйста, что каждый, кто слышит эту медитацию, приглашен стать мастером. Сейчас вы готовы? Какую сферу мастерства вы выберете? Вы можете уже знать. Вы можете взять еще больше времени, чтобы принять решение такое. Подарки выложены перед вами на столе. У вас есть возможность выбрать, какой вы хотите делать выбор. Пожалуйста, в ваших медитациях следующие несколько месяцев, дней, недель рассмотрите эти варианты и примите решение. Сделайте свой выбор. Благодарю.